Ни одного чертежа. Уважаемые товарищи, коллеги, сегодня мы доложили очередной госпиталь для вооруженных сил в замечательном месте, где уже не один год создаются замечательные объекты Республики Татарстан. Надеюсь, а если говорить точнее, то уверен, что в июле следующего года, 22 года, здесь будет открыто первую очередь. И к концу года, в декабре месяце, госпиталь будет сдан. Это, пожалуй, одна из немногих строек, по которой мы начинаем, уже имея все решения по подключению ко всем коммуникациям. Это в нашей сегодняшней жизни очень и очень важно. Так что ничего не мешает для выполнения этой задачи. В добрый путь. Спасибо. Добрый день, уважаемый Сергей Кожугетович, уважаемые военнослужащие. Сегодня для нашей столицы, для нашей республики знаковый день. В Казань возвращается военный госпиталь. Востребованность огромная. У нас два медицинских вуза, специалисты. И, конечно же, мы обязуемся, Сергей Кожугетович, своевременно, с хорошим качеством, подрядчик здесь, выполнить поставленную задачу и, конечно же, этот госпиталь скомплектовать лучшими специалистами. И он будет служить для военнослужащих нашей республики, округа, ну и те задачи, которые будут определены Министерством обороны. Добрый путь, хайрли сагатта! Церемония закладки камня в основании военного госпиталя завершена. Сюда здесь был янтарь. Янтарь был там, сейчас, секунду. Я здесь вам покажу, где янтарь. Вот так она. Конечно, была мне несколько из, опять же, друзей, знакомых. Начали просить, продать. Ну, просто так продавать как-то очень, мне очень хотелось. Вот, а сделать это использование. Для детишек. Ну, вот тогда, да, и решил продать. Мы от этого изделия можем оторваться. Очень серьезная вещь. Она очень художественная. И я более того скажу, что любой салон, который занимается интерьерами, с удовольствием это возьмет на какие-то аукционы или еще какие-то вещи. Это есть, даже вещь не декоративные прикладные искусства. Это настоящая, тонкая, качественная, авторская, скульптурная пластика.